Одна из аварий произошла в субботу. В 17:05 две иномарки столкнулись, двигаясь по набережной. 35-летний водитель Мазды не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Телесные повреждения получили дети, пассажиры автомобиля «Пежо». Также сотрудники полиции сообщают о 196 заявлениях от граждан за минувшие выходные. Два преступления касаются угроз на почве личных неприязненных отношений. В первом случае 54-летний житель в ходе ссоры угрожал своему знакомому. Похожую ситуацию создала 21-летняя местная жительница. В отношении горожан возбуждены уголовные дела. Еще один нефтьюганец попался на другом преступлении – использование заведомо подложного документа. При трудоустройстве мужчина предъявил поддельное удостоверение о прохождении обучения.